Всем привет! Вы на канале интернет-магазина Lampa.ua. Меня зовут Андрей, а темой данного обзора будет светильник из коллекции Гидро от производителя Idealux. Эта коллекция состоит из одного светильника. Он прямоугольной формы, размерами 18 см на 10 см, толщина его 3,5 см. Это светильник из бетона, материал вроде бы не совсем традиционный в производстве светильника, но уже довольно популярный. С нижней и верхней стороны светильник будет открыт. Патрон здесь используется под лампу R7S. Лампа такая называется линейная, она относится к галогенным. В комплекте будет LED-лампа потреблением 8 Вт. Выдает такая лампа около 55 Вт. Длина лампы здесь должна быть 118 мм, так как бывают они еще и меньше. Можем его включить. Вот так он выглядит на стене. Свет одинаковыми потоками стелется по стене и вниз, и вверх, тем самым ее подсвечивая. Кстати, лампочка здесь теплым цветом свечения, то есть 3000 Кельвин. Крепить его по большому счету можно как угодно, под разными углами. Но это, конечно, если будет на то необходимость. Допустим, когда вы используете не один такой светильник, а несколько, создавая разные композиции на стене. Крепится он с помощью монтажной планки. Вот она здесь. Длина ее будет 16 сантиметров. На этом у меня все. Кому понравилась данная модель, переходите по ссылке в описании. Приятных покупок. С вами был Андрей, интернет-магазин Lampa.ua. Всем пока.